Итак, куда мы приехали? На Вассерфелле приехали, на водопады, в Тоднауэр. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Здесь очень много народу, вход, по-моему, платный, так же, как и в Трюберге. Ну, сейчас посмотрим, узнаем все. Смотрите, какая красота, обрывы какие. Внизу люди гуляют. Вообще. Зелень такая, домики стоят кое-где. Речушки бегут. Вот остановились мы там сзади, припарковались. Сапоги переодели. И идем спокойно гулять. Смотрите, одуванчики-то есть еще кое-где. Цветочки, цветочки. Птички чирикают. Вообще такая тишина. Итак, ребят, заплатили мы сейчас за вход. Вход стоит на взрослого человека 2 евро. А на детский что-то я не посмотрела. Но меньше, конечно. А дети до 12 лет бесплатно. До 12 лет, вот, дети бесплатно. Югентлихе 1 евро, эрваксины, взрослые 2 евро. Ну вот, так что сейчас пойдем посмотрим. Водопады. Не хочешь пояс? Да, сниму тоже пояс. Алло. О, деревья лежат сверху. Ну ничего тут гулять, да? Тенек? Нормально. Угу. Ну сейчас еще к водичке подойдем. Смотрите, здесь какие интересные скалы. Камни такие. Надо же. Сверху деревья стоят. А сколько длиной, что-то я не глянула. Ну, там стоял. Да? Не гляну. Я только увидал цифру, что там 97 стоит. 97 чего? Это. Чего 97? Откуда? Ну, лясунцу бараш. Пойдем. Сейчас посмотрим. Ребят, смотрите, какие здесь деревья. Прикольные. Надо же. Это ужас. Ну вот что это за дерево такое? Саша, ты куда залазишь-то? Фотографируй. Там одно дерево лежит. Там детки лазят. Не стали фотографировать на обратном пути, постараемся. Камень такой, вообще здесь так классно. Тишина такая. Классно, да? Потихоньку. Смотри. Елка какая стоит, корнища какие. Надо же, обрывы, да, какие? Угу. Саша, смотри, уже к воде подходим. Все ближе и ближе. Народов, народу очень много. О, слева. Какие водопады. Шикарно. Сегодня прям такая погода, прям на водопады ездить. Саша, смотри. Прямо из камней вон выходит вода. Да, с горы. Скалы такие. Смотрите, вот сейчас мы когда по дороге проезжали, везде видали. Вот так вот камни, и по ним вода бежит. Вау, смотрите. Выше там. Та-та-да. Саша, смотри, какая красота. Как вода летит вниз. Обалдеть, с какой скоростью.
там, там. Смотрите, камни все мокрые. Идем по лесенкам. Поднимаемся. Ой, какая красота! Vorsicht! Да! Ребят, красота неописуемая. Обалдеть. Сейчас пойдем ближе, подойдем. Здесь круто, ребят, смотрите, наверх поднимаются все, и внизу люди ходят. Обалдеть, да, Саш? Пыльца отсюда доходит. Прохлада такая от воды. А? Я говорю, пыльца до сюда доходит, прохлада. Вода холодная, сейчас, горная. Сейчас, сейчас надо смотреть, чтобы Монтаун Лига освободилась и удалила. Пойдем. Пойдем. Так, Сашу Лига как магнит тянет. Давай, 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 давай. Смотрите. Уже руки вытягивает. Да, походу здесь очередь надо ждать. Смотрите. Слов нет, одни эмоции. О, ребята, добралась я до лиги. Обалдеть! Саш, давай залазим. Пыльца здесь. Обалденная. Красота. Смотрите, как вода летит. А, подожди, 4-3-3-4. Вау. Если экран забрызгает, извиняемся. О, вот так. Ой, обалдеть, Саш. Самое прекрасное место. Смотри сверху, как вода бьет. Да, смотрите. Обалдеть. Звук воды какой. Шикарный. Саша, у нас времени еще много, остаемся здесь. Часа два полежим и дальше поедем. Смотрите, сверху люди стоят. Выше водопада. Шикарно. Этот водопад, по-моему, такой натуральный. Три беги, да? Он искусственный. Ну, вон там вода где-то, иди, да? Саш, сфотай наши ноги на водопад. Я. Все, пойдем. Вообще, вообще.
Шикардос, ребят. Кто недалеко живет, приезжайте, не пожалеете. Вот это да. Какой скорости вода летит. Смотрите сверху. Обалдеть. Народу очень много. Стоит, стоит приехать сюда и посидеть, посмотреть. Отдышится, как хорошо. Такой свежий-свежий воздух влажный. Чё, Саш, понравилось? Нет, ну так стоит. Часа два полежим, да, и дальше поедем. Я уже весь мокрый. Да, здесь курица такая обалденная. Чё, пойдем дальше? Люди ждут. Смотрите, можно в беседке подниматься. Везде теньки есть. Постоять, посмотреть. Да, ребята. Смотрите, даже здесь ручейки такие мелкие бегут. Везде лесенки каменные такие, с камня сделаны. Везде спускаться можно, везде дорожки есть. Шикарно. Вот здесь карта, Саш, смотри. А, это вам дороги. А, дороги, чтобы гулять ходить. Вот в той беседке мы стояли, поднимались. Смотрите, какое небо голубое, какая красота. Так, что-то я не успеваю за Сашей ходить. Разглядываю все. Делает, а.
Смотрите, такое ощущение, как будто она мыльная вода. Прыгает, прыгает. Не так уж и легко по камням прыгать. Довольно идет, получилось. Отсюда вид вообще потрясающий. И один одуванчик, смотрите, растет посередине. Вода как камни обточила. Камни такие, смотрите. Гладкие-гладкие. Говорят же, вода камень точит. Вот и точит. Ребят, идем дальше, гуляем. Такая прохлада от воды. Саш, смотри, какие ручейки здесь. О, какой водопад, нифига себе. Ниагара. Смотрим, он откуда уйдет. Да, сверху вон. Ра-та-та, ра-та-та, ра-та-та-та-та. Вот это да! Обмоет тебя. Хорошо, зато свежо будет. На мотоцикле ехать. Угу. Люди сели, пикничок делают. Дерево упало так поперек. Интересно. Как это быть на такой речке и не лить? Саша умываться пошел, как всегда. Везде умывается, ребят. На каждой речке. Смотрите, что делает. Чтоб он и не умылся. Чё, Саш, холодная вода? Прохладная? Ну-ка, дай я пойду руки помочу. А вы не холодная? Не холодная? Смотри, тут эти могут скользкие быть, да? Камни? О, смотри, мы туда он нужен вернуть. О, там, смотри, глубоко. Подорвём? Покупаемся. Так. Вон, там в натуре, там с детьми купаются люди. Раздетые. О,
вода. Ну, не сильно холодная. Освежилась. Я по-женски. Не так, как мужики. Я по-женски. Так. Ты как это, да? Ну да, масочку. Водичку о, холодненькую. О, сразу так свежо стало. Да, водичку такую холодненькую приложила к лицу. Классно. Вон дети купаются. Не только дети, взрослые. Купаются.